смотри, мы сейчас поедем по одностороннему бывшему движению направо, право поворотник, включай. Когда перестраиваться будешь, смотри в зеркало. Сейчас перестраиваться уже? Да, вот где видишь прерывистое, в зеркало посмотрела. Опа, и стоим, и стоим, 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 стоим. Сразу смотрим, когда-то это было одностороннее движение, буквально еще. Мы сейчас прямо поедем? Да, только направо. У тебя поворотник куда включен? Смотри, ты поворачиваешь и видишь, там две полосы для тех товарищей, одна для нас полоса выделена. Видишь где? Видишь? Угу. Ну. При повороте направо рельсы еще посмотришь. Зеленый загорится, отпускай тормоза. Пускай тормоза. Трамвай, вот смотри, катится. Он железный, он большой, его пропустим. Угу. Еще раз смотри назад, направо. Может, у него вагон отцепился, катится в догонку. Поехали. Поехали. Вот. Знак 40. 40. Видишь? Вот и держи. 40. Скоростной режим. Пешеходов сразу смотри, пешеходная зона. Люди там ходят, не ходят. Вот из-за деревьев, вот пешеход идет, я его вижу. Опачки. Слева, справа. Видишь, да? Вот, кстати, им надо дерево дорожникам спилить. Это дерево спилить, конечно. Ветки хотя бы. Либо пошли. Пошли. Вот так вот. Из-за пешеходного вообще не видно. Знак 40 действия закончился, у нас справа перекресток был. Ну, едем, едем. Здесь опять же, вот видишь, светофор замигал, мы останавливаемся. Так, это вообще перекресток регулируем. Здесь, кстати, где мы едем, нигде остановиться нельзя. Даже если знаков нет, остановка запрещена. Но у нас одна полоса, и после нашей полосы идет сплошная линия. Ну, вот это вон, видишь, впереди. То бишь мы остановимся, люди нас не смогут объехать, потому что, да, поехали. Поэтому здесь остановки запрещены. Там бабуля идет через переход. Тормози. Покажи, что ты. Куда ж ты так останавливаешься? Поехали. Вот надо было ехать, чтобы он не спал никогда больше. Его пропускают, а он спит. А ты-то что? Остановилась здесь, а не перед пешеходником. И не забывай с таким тормозом. Потому что я думала, он сейчас выезжать будет. Ну молодец. Только ты его не обязана была пропускать. Так, если из уважения к водителям. Еще, да, видишь, человек? Тормози. Он идет на встречку. Поехали. Пошли, пошли. Он назад же не идет, не бежит, не прыгает. Главное, чтобы, знаешь, не поехал здесь мужик, который неделю бухал, который всю жизнь здесь ездил, сел и поехал. Нам в лоб скажет, а они едут по одностороннему движению. Сейчас я им покажу, как надо. Здесь же одностороннее было. Ты ездила здесь когда-то? Нет. Вот там, где мы сейчас едем, нельзя было ехать.
нас там опять пешеходник мы не видим, притормози, вдруг человек там пойдет. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Левый поворотник. Уступаем встречному движению. Ну еще подтянись чуть-чуть. Вон туда поедем, налево. Все, стой, 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 стой. Ехать дальше не надо. Вот после этой белой машины поехали быстренько. Газуй, 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 газуй. Вот так вот. Все, а здесь, соответственно, можно либо налево на перекрестке, либо направо. Но в нашем случае мы поедем направо. Подъезжая к перекрестку, включишь право поворотник. И все. И встанешь. Потом повернем направо. Когда загорится, значит сигнал светофора. Стоим. Понятно? Угу. Молодец.